Дорогие коллеги, благодарю вас за возможность выступить на таком представительном форуме. И очень хочется, ну, вот свое впечатление уже о начале этого заседания. У меня больше вопросов, чем ответов. Все докладчики почему-то очень такие доклады дискутабельные предоставили, которые действительно заставляют задуматься на, казалось бы, уже решенных проблемах, а они снова возникают. Неоадъювантная химиотерапия. Вот сейчас только что прозвучал доклад. Конечно, мы к нему уже привыкли, что это один из вариантов комплексного подхода к лечению онкологического больного. Это неоадъювантная химиотерапия, лучевая терапия, операция. Можно будет соединить все эти методы вместе, если больная вытянет и потянет. То есть наша задача, я потом покажу картинку, победить любой ценой, да, и выздоровела, чтобы это пациентка. Но опухоли таза – одна из основных проблем в онкогинекологии, которые еще могут очень сильно кровоточить и кровить, что не позволяет начинать лечение. Очень быстро и часто мы имеем пациентку, которая обращается первично раком шейки матки или раком тела матки с гемоглобином меньше 70, а то и еще ниже. И надо сказать, что наша онкологическая служба устроена таким образом, что не каждая клиника может взять такую пациентку, восстановить ее, да, для того, чтобы она могла получать специализированное специфическое лечение. Вот именно этот вопрос, как помочь таким пациентам, начали мы, так сказать, искать решение в связи с тем, что клиники, в которой работаю сейчас я, это очень хорошо оснащенная многопрофильная клиника с огромными возможностями современного лечения по практически всем специальностям в медицине. Инвазивный рак шейки матки, мы говорим, что может осложняться кровотечениями до 60% случаев. Что мы предлагаем наиболее часто пациентке раком шейки матки Т1-Б2? То есть опухоль почти 4 сантиметра и чуть больше. Ну, в среднем я беру. Мы предлагаем лучевую терапию. Это, в общем-то, мы сейчас услышали, наверное, наиболее взвешенный подход для этих пациентов, особенно если пациентка не рядом с очень известной хирургической клиникой, где, может быть, ей предложат и радикальное хирургическое лечение. И что мы имеем? Мы имеем в стандарте 3 недели предлучевой, то есть пред, так сказать, операционной контрольной лучевой терапии. 3 недели пациентка, если заканчивает кровить, то обычно останавливается кровотечение, если эффект на лучевой терапии получается, примерно к 10-му дню, 7-10 день. Это в лучшем случае. То есть гемоглобин опять падает, а качество лучевой терапии на низком гемоглобине, мы знаем, намного хуже. И радиосенсибилизаторы на анемии работают намного хуже. Поэтому показания к первичной химиоэмболизации мы прежде всего выставляли для себя. Это злокачественные опухоли тела и шейки матки и с признаками достаточно интенсивного кровотечения. Эту, как бы, опыт мы начали набирать с 2015 года, потому что клиника оснащена 6 аппаратами для стентирование для радиоизотопных, радиохирургических методов лечения, потому что проходит около 70 операций кардиоваскулярных у нас в клинике в неделю, поэтому у нас такие возможности были. И что мы, вот на что я хочу обратить внимание клиницистов. Наиболее часто, когда вы читаете статьи, которые вот я как редактор приняла в авторском исполнении из областного онкодиспансера, вот в последнем номере можете прочитать, там чисто авторская редакция, ничего править не стало. Хотя все методики химиоэмболизации свалены в одну кучу. Вот на сегодняшний день химиоэмболизация – это очень тонкая вещь. Я вам просто вот покажу только 4 факта. Химия, инфузия и гемостатическая губка. Химия, инфузия до 5-6 часов, некоторые авторы пишут. Ну, спазм микроартерий при взаимодействии с тем же доксорубицином или цисплатином наступает в ближайшие 15 минут. Поэтому 5 часов уже дуть туда не нужно. Далее я могу показать, почему этот метод абсолютно не оправдывается.
Вот ангиограмма, посмотрите, кровоточащий, очень сильно кровоточащий больной. Вот опухоль выходит в параметрии, вот этот сосуд из параметрии проходит во влагалище, она кровит достаточно сильно. И 5 часов этой методикой будут вливать лекарственный препарат, а потом только поставят гемостатическую губку. Ну, соответственно, эта методика, как я вам пытаюсь доказать, критики для данной ситуации совершенно неприемлем. Правильно, да? А мы все пишем, что это химиоэмболизация. Нет. Химиоинфузия на липидоле. Это вот такой шприц, это вот жировой раствор. Тоже сначала вводится вот это лекарство, эмболосферы так называемые. Но это тоже поливинилхлорид определенной плотности, который просто обмазан лекарственным препаратом. То есть орешек в глазури. Глазурь растаяла, а орешек может и не встать и не закупорить ту артерию, которая нам нужна. Поэтому вот эти две методики с гемостатической целью на сегодняшний день практически не применяются, и от них отказались. Но описывают их очень много. Эмболизация, так называемая DCBIT, тоже эмболосферы, тоже такой небольшой шарик, который тоже обмазан лекарственным препаратом, не наполненный внутри. Поэтому все, что вот пока он проникает, соприкасается, уходит, и действие самого цитостатика очень минимально. Поэтому оценивать его, как, наверное, с цитостатической целью, тоже очень сложно. И единственное, что сегодня предлагается, это достаточно уникальные, у меня нет коммерческих интересов, сразу говорю, с компанией, поэтому селективная химиоэмболизация с помощью насыщенных и насыщаемых гепосфер, а туда могут войти сейчас по оригинальной методике только два цитостатика, это доксорубицин и иринотекан, они отрицательно заряжены, и гепосферы их положительно заряжены, быстро впитывают, они наполняются так. А более того, доксорубицин надо разводить, допустим, за 1,5 часа до начала, так сказать, манипуляции. А иринотекан экстемпора. И если ты на 15 минут эту баночку с иринотеканом поставил, она уже не годится. Она микросферы быстрее иринотекан наполняют, они уже более крупного диаметра становятся. Вот эти методики – это нюансы исполнения того метода, который на сегодняшний день действительно работает, работает очень хорошо. Если посмотреть, что нужно, техническое обеспечение для химиоэмболизации, это, безусловно, не обязательно ангиографический комплекс. Он достаточно дорогой, да, там около 20 миллионов хороший. Контрасты тоже не дешевая, так сказать, вещь. Манипуляторы для побольше манипуляторы, они подешевле, которые для наружных и внутренних подвздошных артерий, для того, чтобы провести микрокатетер. А те, которые микроманипуляторы, которые вот микрокатетеры, чем он тоньше для селективной эмболизации, тем он дороже. И если в клинике проводится до 70 там, исследований ангиохирургических, я имею в виду в кардиологических исследований в неделю, то такие катетеры всегда есть под рукой у ангиохирурга, то есть он быстро подстраивается. Когда он делает пробную ангиограмму, он тут же выбирает архитектонику сосудов и знает, какой катетер ему взять. А если это клиника, где на потоке этого нет, то он не подберет никогда микрокатетер, потому что не в состоянии клиника закупать любого диаметра и держать себе такой НЗ для какого-то кровотечения, понимаете? Поэтому на сегодняшний день, конечно, метод ограничен большими клиниками. Почему мы выбрали в том числе именно... Почему мы выбрали гепосферы, когда начали заниматься химиоэмболизацией? Потому что посмотрели по печени по аналогии и поняли, что функционально липидол на печень, допустим, и местно, так сказать, видите, подает повышение трансаминаз даже на, через неделю после введения липидола. А гепосферы не дают, вот видите, то есть они менее токсичны. И местный, так сказать, эффект оказалось, что у гепосфер лучше. Это наша работа, не наша, в смысле, как бы российская работа, где на, при раке кишки предоперационная химиоэмболизация, они именно с целью уменьшения опухоли использовали, показали выраженный лечебный патоморфоз именно при применении иринотекана в гепосферах перед
резекции кишки. В том числе передних резекций у них получилось гораздо больше. Дальше. Механическая адсорбция, подобно губке гипосферы, имеет несколько типов диаметров. Мы всегда можем выбрать и разную расфасовку. Мы всегда можем выбрать флакон, который нам нужен для... Обычно для малого таза используется 50-100. Реально они закрывают, ну, диаметр примерно в 2 мм очень хорошо закрывается артерий. Какие препараты применять? Ну, я уже сказала, насыщаемость как губка очень хорошая, и лекарство выходит из гипосфер, то есть оказывает местно-цитостатическое действие практически до 21 дня. В среднем 14-й. Лучший лечебный патоморфоз у нас наступил на 9-14 день. Вот в этот период самое оптимальное, если оперировать, то именно в этот момент. Методика химиоэмболизации, значит, у клинически симптомных больных при ангиографии выявляется хорошо кровоснабжающая опухоль, изучается неоангиогенез, выбираются, так сказать, сосуды для эмболизации, подбирается катетер. Выполнение обязательно МРТ перед тем, как мы взяли эту пациентку, для того, чтобы понять стадию процесса, ну, заполнение микросфер, контрольная оценка васкуляризации после эмболизации посмотреть и контроль морфологического патоморфоза, то есть непосредственные операции. Вот посмотрите, протяженность опухоли до эмболизации, это буквально на позапрошлой неделе, так сказать, ну, месяц назад женщину брали. Сейчас вот поэтому покажу все этапы. Опухоль в цервикальном канале, да, вот, переходит даже чуть-чуть на шейку матки, на тело матки. Через 9 дней после эмболизации минус 1,5-2 см в диаметре. Это циркулярная граница опухоли до эмболизации и после эмболизации. Вот тот пример, когда параметрии на химиоэмболизации при правильной химиоэмболизации уходят на лекарственном лечении. Он поджимается, он становится плотным, и морфологически это доказано, потому что хорошо подведены лекарственные эмболы. А вот посмотрите эти снимочки, я специально привела. Вот лимфатические узлы. Это МР-диффузия, о которой я раньше говорила, где мы можем рассмотреть все лимфатические узлы, которые поражены. К сожалению, я не успела вставить слайд. После уже хирургического лечения ни один лимфоузел, естественно, не просматривается. Небольшая гематома в малом тазу 1,5 сантиметра есть в области культи. А вот здесь лимфатические узлы, смотрите, как светятся. Значит, они поражены. Третья Б-стадия однозначно у этой пациентки. Да? Вот. Она получила химиоэмболизацию ринотеканом. Она получила, вот ее ангиографическая картина. Посмотрите, вот она. Какая ангиографическая картина. Посмотрите, какой неоангиогенез выраженный. Да? Это вот уже практически установка микросфера, вот микросфера стоит, и вот это вот уже кровоснабжаться не будет. Вот сама опухоль удаленная. Вот морфологический контроль, биопсия опухоли до эмболизации. Посмотрите, это муцинозный тип кишечного типа, цервикальный аденокарцинома, цервикальный рак. Опухоль после химиоэмболизации, некрозы опухоли появились, вот стоят эмболы с лекарством еще видны. Умеренная дифференциал. А вот лечебный патоморфоз по Ки-67. Вот вам реактивная активность опухоли как понизилась за счет цитостатического действия, причем очень высокодозной химиотерапии, местно на сантиметр она получается очень высокодозна. 100 мг ринотекана на 6 сантиметров опухоли, считайте. Это очень, так сказать, интенсивно. Вот другая больная, но микроскопические результаты флюоресцентной микроскопии, где показано, что опухоль собирается в самой, в смысле, цитостатик накапливается в самой клетке, и клетка разрушается. Конечно, хотелось бы изучить еще экспрессию ВДЖА до и после там, химиоэмболизации, но это уже следующие наши, может быть, присоединятся другие институты. С удовольствием, я думаю, что надо посмотреть, у кого есть какие возможности, и посмотреть вообще дальнейшее, что можно, так сказать, из этого метода еще извлечь. А вот это, посмотрите, уникальная наша женщина, я ее оперировала 5 лет назад, рак тела матки. Сейчас она в 94 года пришла с рецидивом, абсолютно сохранная женщина.
Вот. Но 94 года, гемоглобин 68, она кровит, опухоль достаточно больших размеров, максимальный размер 6,5 сантиметров. Вот он, переход на инфильтрацию возле кишечного пространства. Единственный – это МР-диффузия, видно. Вот это после эмболизации, посмотрите, вот видно уже кальцинат. Вот это после эмболизации, видите, вот это до эмболизации, это после эмболизации. Вот кальцинат уже некроз опухоли. Вот ее картина ангиографическая, посмотрите, какой неоангиогенез. Вот практически стоят микросферы и практически уже закрывается кровоснабжение. Гемостатическая цель достигается практически через час, так сказать, это уже 100% во всех случаях, а через, так сказать, вот буквально на иглах это практически тоже мы видим. Постэмболизационный синдром, умеренный болевой синдром, частые позывы на дефекацию иногда бывают, нарушение мочеиспускания, если мы взяли все-таки верхнепузырную или нижнепузырную артерию, особенно при рецидивах, но мы идем на это, чтобы закрыть, так сказать, кровоточивость мочевого пузыря. И самое главное, что я нашла вот одну из последних статей, что местно этот препарат, тот же иринотекан, будет работать как радиоманификатор. Я могу сразу же этих женщин переслать лучевому терапевту и начать лучевую терапию. Вот что очень приятно в этом методе. На сегодняшний день мы обладаем опытом 52 пациенток. 26 – это рак шейки матки. Опять же говорю, что это опухоль больше 4 сантиметров. Хуже результаты, когда имеется инфильтрат. Вот факторы риска я вам скажу. А, так сказать, местные рецидивы у нас уже накоплены 17. Это практически женщины, у которых нет других альтернатив лечения. Как метод можно повторять как цитостатический, с цитостатической целью раз в 3 месяца. То есть 3 месяца – это как раз на действие цитостатика. Если курсы системной химиотерапии мы проводим раз в 21 день, то здесь местное действие, вот именно гепосфер, позволяет применять метод раз в 3 месяца. Это мы могу сказать по гепатоцеллюлярной карциноме, по раку головки поджелудочной железы и так далее. Там мы применяем это намного шире. Прогностические факторы. Размер опухоли больше 5 сантиметров, узловой тип роста. Это хороший, благоприятный тогда прогноз. Опухоль в самой капсуле, как бы, гиперваскуляризация опухоли. Чем лучше она кровоснабжается, тем лучше вероятность мы достигнем эффекта. Без тромбозов. Если есть уже тромбозы, значит эффект будет намного хуже. И практически нет эффекта, все, и практически нет эффекта, у нас пришло 3 женщины, которых заэмболизировали в других лечебных учреждениях без лекарственного средства, то есть ПВА, для того, чтобы остановить кровотечение, и у них сразу возник инфильтративный рост, им отказали в лучевой терапии, потому что, так сказать, ишемизация очень большая, риск поражение, так сказать, свещеобразование большое и так далее. И, к сожалению, ни в коем случае сегодня нельзя добиваться того, чтобы женщин останавливали кровотечение простыми ПВА. Надо обязательно делать химиоэмболизацию. Если нет клиники, то, пожалуйста, всегда присылайте, всегда мы найдем методики. Я думаю, что и в Санкт-Петербурге на сегодняшний день минимум 2 института обладают такими возможностями. И я думаю, что в Москве даже гораздо больше. Спасибо большое.